Вы знаете, я перестал... Я не знаю, может быть, и есть чем, но дело в том, что если... Нет, ну, конечно, что не было таких потрясений, таких событий, да, как в Советском Союзе. Ну, конечно, да, наверное, мы стали как-то жить проще, но... Во-первых, я перестал на это обращать внимание. Я как сказать, я работаю. И гордость, ее нужно либо вот пропагандировать, да, и все равно людям надо напоминать, как было, да, там в тех же Штатах. Вот мы убили Бен Ладена, и все бегали, ликовали. Но об этом нужно говорить и напоминать, и неважно, правда это или неправда. А у нас, в общем, как-то все идет так, ну, на самотек. Пускается. И, в общем, выбирать в качестве объектов гордости, там, я не знаю, там, какие-то наукограды или какие-то достижения высоких технологий. Я считаю, что предметом гордости должна быть честно выполненная работа. Ну, вот для меня лично это так.